Ребят, привет всем, сейчас, секунду. So, one sec, guys. I'm not sure if you can't do it. 那第二场我是裸双裸三，那我的这可能这十秒钟时间我就正好刚刚好，对吧？你打我一波就没用，当然这个要前提在建立在西瓜还要打一波的基础上。你不打一波，那我运营也很强。对，所以说军本 TD 我们看见就韩国选手他在时间点上的一个微调。其实如果刚才 Sorry guys, I'm just trying to get everything finished up here last second chest, but also had you what I'm used to is like once. 而且这一盘他是做了哦，用这样的方式来防。Потому что у нас были такие маленькие-маленькие проблемы. Я чувствую, мы все налаживали. Сколько времени сейчас? Стим, тебя надо выключить, тоже извиняюсь. Эй, Jesus, I thought I deleted you already. 对，因为它这个里面的这个气体已经足够让它支撑自己把机枪的科技全部升起来。对，看这个样子，它也不是第一时间去出火车的那种，那看起来就要直接爆兵去硬压西瓜了。对，这个对西瓜前期的一个爆狗的时间点是要非常精细才行啊。现在西瓜要注意的就是说，留意对手前面的三个兵。Я чувствую, все у нас работает сейчас. Окей, ребята, я очень извиняюсь, это просто так у нас получилось, это вовремя, это не мог подготовиться, и тоже я думал, что это час позже будет начинаться, чем это в плане. Здравствуйте всем, господа и дамы, я Чисел Лоджик, сегодня у нас NSL полуфиналы. У нас первая серия сегодня будет Invictus Gaming Chigua, его соперник LGIM, корейский игрок Dream TT. Уже счет 1-0 в пользу Чигва, наш зеркальный игрок, если вы помните его, он очень-очень хороший, очень клевый игрок, сильно макро играет и просто во всему такой топ-игрок в Китае, если я мог это правильно это его рассказывать историю правильно про него. Конечно, мы пропустили с самого начала в эту игру, но смотрится уже, как игра получается. Наш Терн будет играть в Байо. У него стимы уже апгрейд начинается для марин-мародеров. Фэктор добавляет, на той стороне Зерк берет его третьей локации. Правда, я не знаю, если вот эта игра начался с какого-то агрессивного плей, потому что я знаю, на вот эту карту очень легко два барака открыть и сделать специально это, поставить вот этих бараков на рампу и потом продолжить. На той стороне хочу плакать, кинуть эту песенку. Хочешь плакать? Почему ты хочешь плакать, пацан? Не плакай. Интересно, он лифт на всех бараках в его мейн. Ха, интересный выбор. Значит, он не хочет, чтобы это все у него сгрызло, и чтобы он мог это эдуон добавить реакторы, тег-лэб и все остального. Опять всем извиняюсь, кто встаете и уже так и так смотрели для 30 минут с чем-то. Я извиняюсь вам большое Big apology from America. Я пересчитал время, я думал, все будет начинаться чаще, позже, чем было подготовлено, но смотрится, они изменили время, пошли раньше, и мне никакого сообщения не дали, значит... Ну и ладно, не будем волноваться про того. Но сейчас это мы смотрим уже много дронов для Чиго. Чиго больше, боже мой, такой агрессивный. Это макро игрок уже берет его четвертую локацию в 9 минут. Прямо ничего совсем не боится. Лэр у него тоже сейчас заканчивается. 1-1 апгрейд, это скоро у него будет. И пока он вот это все агрессивно макро делает, на той стороне он тоже добавляет 38 собак. Из их, конечно, можно мейнов, собак просто со скоростью делать. Конечно, дэмэдж с такой количеством никакого не будет примерно сейчас, но это просто помощь для защиты уже какая есть. И вот уже 14 еще это добавляет наверху этого всего. Ну вот Терин у нас игрок выходит, это прямо на самого лучшего тайминга, как он может придумать, потому что у Зерга только сейчас есть собак, только есть у него бейнов, и все, у него скорость для бейнов аж не хватает. Пока на той стороне Чигуа пытается сейчас инфестейшн пит себе набрать, ну, смотрится у него так и так не получится. Сейчас кэнсел будет на четвертую локацию. Я чувствую, у него, наверное, не хватает количества собак, много. Если он как-то может закружить... Ну, ничего себе, правда, в конце концов оттолкал и просто мог в конце концов его отобрать. Это просто огромная победа для Чигуа, потому что сейчас это
это ему дает время для четвертой локации держать. После четвертой локации держит, он может продолжить его макро-игру. Уже видно, что он хайв начинает, шпиль добавляет. Это, конечно, будет это просто такой типа нормальный тайминг для Зер, когда он берет это шпиль, потом его Greater Spire, чтобы он мог прямо вовремя брудов идти. 有点保留，李天跟他打的时候有点保留，没有用平时在对战当中的什么大龙感染。哦哟，这个防空放的那简直是他二矿估计也很多，早就放好了，好吧？我一开始还以为是防女妖的。 对, ну, игра продолжит, 2-2 апгрейд для терна игрока, тоже одного сич, добавляет уретки, в всяком случае, если для инфесторов и, может, для муты. Ну, сейчас пока как есть, я очень волнуюсь для Dream TT, он что-то пропал в эту игру, ему надо будет очень осторожно, надо бы ему будет пользоваться дропы, конечно, камера не смотрит, но сейчас дропы, это к нему идет, это на bottom left, на bottom right, а, это викинг, я думал, это дроп. А что на топ left значит? Что-то на топ left тоже там есть, это или Марина, или что-то просто закрывает вот эту локацию, пока сейчас. Да. Ну, неплохо примерно, все хорошо сейчас пока для Чиго получается. Сейчас уже Greater Spire начал, крафтеров готовит. Бару апгрейд 2-2 у него заканчивается. Еще пятую локацию берет на топ-лефт. Ну, конечно, если я прав, Dream TT вот это все видит. Он послал что-то там на топ-лефт, это чтобы он видел. Значит, будет ожидать, и может это cancel или как-то вовремя туда дойти перед этой проблемой. Сейчас для Dream TT очень много проблем, потому что ему надо сейчас как-то выиграть с его армии какого-то сейчас есть. Или сейчас он как-то себе наберет четвертую локацию, или вовремя, или он, наверное, может проиграть просто так, потому что... О, как не... Это не полу... Не очень это для Dream TT Medivac это схватил. Потому что сейчас уже потерял чуть-чуть хранилище, лимит, это армию, и... Просто будет труднее и труднее, как игра будет идти. Вы сами знаете, если Зерк так агрессивно макро играет, и Терн его за этого не наказывать будет, будет очень трудно в лейт-гейм победить это Зерка, просто как это, ну, правило в StarCraft обычно, сейчас на вот этот уровень. И вот Мадивак это летает, но перед спором ему надо перелететь, дойти до мейн и потом дропать туда. Не клево, просто как безопасно сейчас пошел Dream TT для дропа через спор, через самого центра это, базы всего. Ну, конечно, что Мадивак этого просто не может никуда не лететь, потому что споры везде подставлены, сейчас остальные там атака может закрыть. Ну вот сейчас вот передняя атака, сидж танков вовремя в сидж мод пошли, но сейчас опять проблема будет, где брудов сейчас вперед пойдут, и просто количество брудов, инфесторов, собак ему хватает. Сейчас, конечно, будет такая маленький танц с оба игроков, потому что они попытаются это отмикровать. И сейчас сидж мод это все убрал, ну, наверное, все собак и бэны можешь закруживать всю армию. Ну, ой-ой-ой, осторожно, как надо контролировать. Всего, вместо продолжить атаку, он пулбэк и сплэш дэмэдж от танка, это все прямо, ну прямо все убил, примерно так. Все убил, тоже еще один бруд, это Dream TT мог отнять. Ну это просто такая интересная игра, какая получается у нас. Вот остальные все земляные юнты он отбивает, лимит у Dream TT ниже и ниже остается. Сейчас викингов это добавил в армию, но очень-очень поздно добавляет, потому что уже все бруды, все карапторы, все инфесторы, все королевы, все собак прямо в ему дверь уже стукает и пробивает. Это просто надо... Я ж не знаю, как можно камбэк в эту ситуацию это забрать себе. Ну, конечно, сейчас, как есть, количество брудов мало, карапторов много нету, инфесторов что-то про это номер это меньше остается. Значит, сейчас это... И вот эти все королевы будут умирать, это бруды остальные это ничего не могут сделать. Конечно, сейчас инфесторы попытаются микозли, а инфесторы... Ребята, я извиняюсь, я сейчас от Neo TV стрим это смотрю, вот это всего. Хочется, конечно, хочется сейчас от своего, это просто аккаунт. Ну, я опоздал чуть-чуть, я думал, что мы будем час позже, чем обычно. Ну, как получилось, они что-то или час раньше договорились. Ну, в конце концов, я не узнал про вот это, и из-за этого я не был готов.
这种西瓜需要稍微稳一稳，团一下自己的部队。对，他现在好像想等牛了，他牛塔已经好了，在升级牛甲。对，牛塔已经好了。Ну, вот сейчас Dream TT, это просто пытается вкарабкаться в игру, но, ребята, вы уже сами знаете, 18 минут в игре, еще не набрал себе четвертую локацию, пока сейчас Чего сидит на 5 баз. Ну, прикольно, он сейчас это не пользует его пятую локацию, он просто пока сейчас инвесторов гонит оттуда. А пятую локацию еще не пользует, вот, в конце концов, сейчас газы набрал себе, и чтобы он может хоть бы пользовать так, а так просто бедная пятая локация сидит, forever alone, никто от нее минерала не берет. Газ не капит, это просто прикольно иногда так смотреть, когда это хачери это не пользует, это зерги так бесплатно еще. Ну, Dream TT выходит, у нас чуть-чуть лаг продолживается, и вот одна проблема, когда ты прямо не в игре. Ну, мы, конечно, каждую игру не пропускаем, еще можем хоть бы третью игру, эту последнюю. Я спрошу, если вот это Best of 5 или что вот это будет. Как есть сейчас, я тоже изменю settings, чтобы можно чуть-чуть получше вам смотреть. Никто не возмущается, это просто старт-стрим не очень у нас получилось. Ну, графикс, где графикс? Сейчас как раз разозлится Blizzard на меня. Вот. 西瓜准备是要破对手的口吗？哎呀，农民撞光了。好，在这种情况下，Dream TT一下我们就看出来他的从经济上来说已经不足以支撑他再次一波。哇，就красиво нас смотрится。是的，新肖在已经被拱飞。对，这盘西瓜，你看似乎你看他打到半决赛的时候，他不忙，打得很细了。对，平时你看他这种就是A在脸上就看都不看了。 Ну твою мать, окей. Okay. Мне не нравится, когда вот это случается, это просто ужас. Ну что случилось? Ну дайте мне сейчас секунду, ребят. 好，这边是随便交换一下，因为经济已经是远超对手。128人口，虽然人族有三攻三防啊。Ну что здесь? Не могу это пройти к моему аккаунту? 关键农民损伤太大了。Или что случилось? 这个牛爸爸，那牛爸爸杀了多少个农民？下面那个看看，11个破坏者现在的，关键血都还。Это я не понимаю. Это просто я не понимаю. 4个机枪在这里扫啊。 Столько логин issues. GG есть? А кто выиграл? Кто выиграл? А Чигуа победил. Ну это все было... Ну это все ожидали, ребята. Это никакого сюрприза не было. Ну дайте мне сейчас секунду, я просто это до конца сейчас все логин сделаю. Блин. О, раз. I know, right? SCT is like doing wonderful updates. Два. Попали. Керш, керш всем. Документы, я попал. Керш после Евродоти 2012-го. Окей, okay. Ну, ребята, все, full recovery у нас есть. Мы готовы прямо сделать наш стрим прямо отсюда, от Китая. Ребята, да, ребята, здравствуйте, я чисто Додик, прямо от Китая сейчас. Мы делаем сегодня полуфинал NSL. Сейчас я просто пробую это full recovery в конце концов сделать сейчас, чтобы у нас все работало. So, guys, give me a sec, we're gonna try to get everything working, make sure everything's okay, make sure I got everything all up to date. Да, окей, все у нас хорошо, окей, full recovery.
full recovery у нас. Yay, okay, awesome, we're good. Okay. Well, guys, it looks like we are good to go. We're in game. Again, I apologize for any issues, anything like that we had going on. We took care of them finally and got those out of the way. So, yeah. Ну, ребята, опять большое извинение. Это просто был проблем. Это, ну, общего так мы не договорились. Это какого времени... Бла-бла-бла-бла-бла, ну в конце концов мы это дошли до полуфинала. В первую серию сейчас Чигуа играет с Dream TT. Чигуа, конечно, в пользу 2-0. Это может как-то ребята не ожидали, потому что корейский игрок LGM Dream TT просто такой клёвый, на такого высокого уровня играет. Ну сейчас пока как есть, он просто из ума Чигуа играет. Это просто crazy play, это... Что он может это еще продолжить, это его пользу, и победить вот этих корейских игрок, это, ну, тоже можно смотреть, что вот это четвертьфинал, это не полуфинал, не четвертьфинал, это не раунд оф 16, это ничего такого, ну, конечно, это тоже просто так клево, что можно так это отталкивать корейского игрока. Ну, просто ждем, когда лодскрин у нас закончится. И мы будем все готовы. Cool beans. Cool stuff, my friends. О, начинается то же самое с NA. Окей. Okay. Все хорошо у нас. Ребята, я не иностранец, я русский, но я переехал это в США, когда мне было 6 лет. Я жил в Штатах. Когда мне было 6 лет. Ну, если вы придете на другой день, когда мне не надо официальный стрим делать, я в таком добром настроении, вы, наверное, будете слышать, я из Египта, я из Арктику, я из Северную Америку, я из где-то... Мне иногда просто к этому вопросу нравится троллить других. Поставь пеку, да, сейчас все...